Хэшки, ребятки, с вами Лекс, и продолжаем играть в Мэйзи. В данный момент, ребят, я нахожусь в этой лаборатории. В прошлый раз мы закончили на том, что я не знал, что делать. Но на самом деле, ребят, мне следовало просто перезагрузить игру. И для этого... И после этого у меня здесь появилась вот такая вот штука. Конфигуратор какой-то. Центрифуга, господи, конфигуратор. И добавляем туда кровь и вот эту фигню с ДНК. И закрываем крышку. Все. И теперь у нас просто-напросто будет... Теперь ДНК какой-то. Вот. А, ключ теперь у нас полностью готовый. Хелен Кей называется он. Окей. Ключ Хелен. Давайте. Теперь мы можем зайти без проблем вот сюда вот. Наконец-таки, господи, сколько можно было ждать. Здесь у нас есть кофе. Офигеть! Кофе! Я тебя обожаю. Я столько тебя ждал. В прошлой серии, ребят, мы не смогли с вами здесь ничего открыть. Комната Хелены какой-то у нас. Смотрите, какая вся разрисованная. Вон всякие... Всякие на доске штуки. Это формулы, ребят. По-любому эти формулы не значат, если вы попробуете по этим формулам, ребят, создать какое-то действенное средство, которое сделает живых, неживые кукурузины, то у вас, думаю, не получится. То есть не обращайте внимания на эти формулы. Так, this is one. This is the one. Это же тот самый. Помните, который посередине у нас стоял? Это тот самый. Вот с него, наверное, все началось. Из-за него, наверное, все... Вот эти вот начали оживать. Хотя фиг знает. Ну, это что-то значит, ребят. Если указывать на него, это что-то значит. Все, заполняем. Ой, испугал. О, нифига себе. Вот это серьезно. Это было серьезно. Так, здесь мы уже оказались в этой, в новой комнате, которая является у нас комнатой с камерами. Но, в принципе, я здесь ничего не вижу. Здесь ничего нету, кроме вот этой фигни. Давай! Давай, Влади, вперед, вперед, пожалуйста, хватит. Хватит разговаривать, давай просто делай. Потому что эта игра мне принесла очень много, унесла, точнее, уже сказать, очень много времени. Тупой американский мусор, говорит он там. Ну сколько там мусора, сколько можно. У него везде мусор, только лишь один мусор. Он говорит, и все? Дин? И больше ничего? Давайте. Ну, Влади, господи, вылезай уже. Как же долго он вылазит, да? Он провалился. Влади провалился куда-то, и здесь кукурузина оказалась, окей. Комната пыток. Он провалился в комнату пыток, говорят вот эти чуваки. Да уж. И мы, видимо, сейчас пойдем еще и Влади спасать. И монетка! О, офигеть! Вот дали только сейчас. Из кого это, интересно, она выпала? Здесь же ее не было. Интересный вопрос. Ну вот, монетку, ребят, вы уже помните, куда надо вставить, если вы прошлую серию смотрели. А надо вставить ее вот сюда. И мы отправимся в комнату пыток. Вот, Punishment. Если можно ее так назвать. Ну, они назвали ее Punish Room. Значит, Punish это карать. Ну, или пытать. Так что, я думаю, мы все-таки с вами правильно перевели. Фух, она сама открылась. Так. Ое. Добро пожаловать в темноту. В тьму. Окей. Я, видимо, должен их перетанцевать или что? Они, кстати, живые.
живые соломенные чучела. It's really not that bad here, brother. Aside from the non-stop dancing and spiral into insanity. I didn't do anything wrong. I just love dancing. If your feeble mind could comprehend such things, you might be thinking, why do these freaks keep calling me brother? Why, oh why, do I feel some kind of kinship with them? Why am I such a dumb, stupid, stupid thing? Well, I can't answer that last one. But if you'll kindly stand still, I have something truly wonderful to show you. О-о-о! Это серьезно? Это правда? Офигеть! Офигеть! Прикиньте, мы все время играли вот за такое чучело вот. Мы и есть чучело, мы и были созданы им. Вот этим вот чуваком вот. Вот этим вот плохим початком. Офигеть, офигеть, ребят. Ну такого я точно не ожидал. Я думал, мы играем за человека. Людей, ребят, больше нет здесь. То есть люди, скорее всего, ну, по крайней мере, в этой локации вымерли, или что-то с ними стало, либо их убили, я не знаю. О, это же королева. It succeeded where the rest had failed, did it not? Is it true? Brother, is it Why so? Have we stopped dancing? It barely succeeded, Your Grace, and should not be worthy of the honor it of... It has earned its place on our journey. It is our champion. But Your Majesty... Silence! Yet again, your incompetence becomes a burden on us. Yet again, we must wonder why it is that we tolerate your servitude. Need I remind you of the consequences? В общем, здесь она говорит то, что его, типа, то, что она... То, что я чемпион. То, что я чемпион в танцах. Или что-то типа такого. То, что я молодец, то, что ее спас. И то, что вот этот урод, тот самый початок кукурузный, он уже всех полномочий своих лишается. Он был каким-то, видимо, тоже главным. И все, она говорит, типа, свали с моей дороги, вообще. С моего, с глаз долой, в общем. Я так и не понял, он является создателем этих пугал? Или нет? Или все-таки она? Как зовут ее, вот мне интересно. Let's dance! Конечно, 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 я согласен. Ты у нас пугало, мне написали. Ну и что? Ну и ладненько. А танцевать я не могу? Ну ладно, буду так делать. Но они все колбасятся, посмотрите на них. Так это все, это конец интересный или все-таки нет? Или все-таки мы еще что-то можем делать? Нет, он за мной до сих пор, ребят, ходит. Значит, мы еще что-то можем сделать, или еще к чему-то прийти. Здесь дверь не открывается, окей. Punishment. Комната пыток. Отличная комната пыток. Главное еще, чтобы меня здесь не так сильно не попытали, не испытали. Так, мы взяли какое-то портфолио опять-таки. Но я не вижу никаких больше объектов. Ладно, давайте сюда. А, это лифт, окей. Ну, видите, это еще не все, ребят. Хоть мы и узнали, что мы с вами пугало. Но, видите, так долго к этому шли. Так долго. Пойдем, пойдем со мной, мой Тедди. How Vladdy supposed to know you did not know you were some stupid straw thing? And who cares if you are? Not matter. You will always be stupid idiot to Vladdy. Nothing changed. Do not look at Vladdy like that. You look stupid. Are we still comrades? Good. I am glad we had this talk. Come on, idiot straw thing. Let's go see what stupid plant wants.
Ну, все понятно. В общем, нам нужно... Он говорит, типа, что смотришь на меня своими тупыми глазами? Как всегда. У него все тупое у этого Влади. Ну и вот, и говорит, типа, давай все-таки остановим этот план. Или он мне говорит самому остановить, потому что что-то он за мной не идет. Ну окей. Нам нужно остановить план вот этого... Чувака нет, он идет, все хорошо. Этого кукурузного початка. Воу. Королева! Приветствую вас. I dub thee our knight. Well, our protector. Good job. Our champion. Да ну, серьезно? Subjects, let us make our final preparations. Absolutely, your grace. In fact, we've already begun. What? What do you mean? We ordered pizza. Yeah, we were famished. How did you? That phone right there. The man was very helpful and a bit confused. Это еще не все, ребят. Do you think they added the extra pepperoni? Attention, attention. Redacted installation. Respond. I'm just hoping they sprinkled some old books on top. I like those. No, that costs extra. Хорошо, они сказали, что вызвали пиццу. Что-то типа такого. Хотя я ничего не понял. Насчет пиццы что-то было. И меня, ребят, посвятили в рыцари. Наконец-таки. Это довольно-таки весело выглядело. Короче, я так понял, они типа заказали пиццу, и вместо пиццы к ним сейчас придут какие-то люди. Или, возможно, что-то типа такого. Возможно, возможно. Я, в принципе, не понял весь всю соль разговора. Но... Ага. Not blow up stupid American cowboys first. What are you proposing? That stupid thing outside with the dead man. The knife giver. Buddy knows these things. It could work. Yes. Yes, it could. It's a fitting choice. It gave us life and defeated our sworn adversary. Now it will be our ultimate salvation. Mm-hmm. But how do we attract our enemy's attention? We could dance. Really? I understand we can be a little silly at times, but seriously, this is out of the question. So, what? Vladdy like to dance? Is that so stupid? No, it is not. Dance we shall. Okay. Они из всей ситуации нашли отличный выход из этой ситуации. Это танцевать. Владик же любит танцевать, он говорит. Каких-то американских ковбоев мы сейчас будем побеждать. Я так и не понял, кто это такие. Возможно, это люди как раз таки, ребят. The rest of our subjects join me in preparing for our journey. Our final test is at hand. Some of you may not survive. In fact, a great deal of you will likely perish. But know that your sacrifices today will mark a new era for our people as we defend our adopted home and finally make way to the promised land. Ну вот, там люди, ребят, нарисованы. Люди, которые пытают кукурузину на картинке. Давайте я вам сейчас покажу, если нам дадут возможность. Защити нас, спаси нас, говорит она. Окей. Я так понимаю, мы сейчас будем с ковбоями сражаться. Окей. Давай сделаем это, дружище. Вот, смотрите. А, здесь еще мы это можем взять. Окей. Люди какие-то нарисованы. Я так понимаю, это люди, которые пытают вот это вот существо, вот это кукурузину. Здесь королева нарисована. Окей. По-любому здесь что-нибудь еще есть. Почему-то мы в присядку передвигаемся.
Берем музыку. Без музыки здесь никуда нельзя уходить, потому что музыка нужна. Мы музыкой будем всех побеждать. Смотрите, здесь какая-то фигня нарисована. Прогресс-чарт. Это, видимо, весь прогресс того, как... Да, того, как мы играли, ребят. Угу. То есть все это было задокументировано. Окей. Ладно, проходим дальше. Они вроде бы пошли либо сюда, либо... Так, эти чуваки стоят здесь. Давайте поднимемся наверх. Ага. То есть подняться наверх не получится. Ладно. Это что такое? Камень? Опять этот камень. Сколько можно? Все, камни собираю одни. Так, здесь явно не сюда нам. Но мы отсюда пришли. Хотя, может быть, и сюда. Давайте сначала лучше сходим сюда, куда мы не ходили. Потому что, скорее всего, правильный путь будет туда. Сейчас заодно увидим, против кого все-таки мы сражаемся. Кто это пытается нас победить? Кто противником нашим является? Какие-то ковбои американские, как говорит у нас Влади. Воу. Воу! И мы должны будем победить их танцем, ребят. Ладно, подключаем всю аудиосистему. Вы готовы? Это сюда. Это сюда. Ну что, начали. Мы будем транслировать свой танец, а точнее... всю музыку по всему миру, ребят. По всему миру. Дэнс. Воу, вот это сложно сейчас будет. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Ну, это круто, ребят. Это круто, действительно. Ое, ое, ое. Просто, смотрите, 84 миллиарда очков. Надеюсь, ребята, опять-таки, не музыка это не заберет у меня авторство у этого ролика. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Я думаю, что многие, кстати, играли в такую игру. На игровых автоматах. Я думаю, что если те люди, которые играли вообще на игровых автоматах, видели эти автоматы. Только там нужно было нажимать на кнопки именно не на клавиатуре, а именно ногами танцевать. Ну же! Ай! Я просто пропустил несколько. Нормально, все равно 250 миллиардов очков. Я считаю, неплохо. Вот летят у нас какие-то правительственные корабли. И мы их должны победить музыкой, ребят. Мы их должны победить музыкой. Пуглины наши пришли. Пугало. Пугало, это ведь как и одно пугало, так и много пугало. Не будет же много пугал, правильно? Не склоняется так. Ну ладно, в любом случае, ребят, мы должны перетанцевать этих говнюков. А точнее, сделать так, чтобы люди не захотели нас уничтожать. Но мне кажется, это не поможет. Мне кажется, это не поможет, ребят. В конечном итоге все равно нас уничтожат. Он говорит, давай убивайте их, типа, кидайте на них бомбу. Мне без разницы, что они там делают, танцуют, не танцуют. Тед говорит, давай танцуй, танцуй. В принципе, довольно-таки просто это все. Ну, опять-таки, очень веселый геймплей, очень веселый сюжетик. И все, видите, это не помогает, это не помогает. Он все, зарядил, зарядил все-таки. Блин! У Теда вообще нормально все получается, у медвежонка нашего. Просто пнул по любой технике, и все, она заработала, если она не работает. Все, 488 миллиардов. Вот почему я чемпион, вот почему меня назвала чемпионом королева. И вот танцы побеждают, побеждают танцы. А вы не верили, что танцы помогут? Серьезно? На самом деле нет. Это не танцы были, это вот эта вот пушка. Это молния, можно сказать, по ним ударила. Благодаря этому мы спаслись. Но пускай все думают, что танцы. Танцы помогают нам выжить. Е-е-е-е! Я спас этот мир! Вот здесь лежит у нас Йорик. Или как его назвать-то по-другому. Но он, кстати, похож на этого, на Эйнштейна. Одежда именно волосами. Ууу! Мы победили их! У-ху! Мы сделали это.
Бедненький. Влади think you not so. Влади думает, что ты не такой тупой. И погибает. Ну, смешно, ребята, и жалко. Это был самый лучший хеликоптер, который он когда-либо видел. Did you want to take a nap? Oh, yes. It's what that helicopter would have wanted, probably. Просто забили на это все такие, погрузили пару секунд. И такие, ну ладно. Ну все, и получается, Влади, ребят, покинул нас. Потому что он пожертвовал собой, по сути, ударив по... Точнее, активировав вот эту вот штуку электронную. Мы никогда не забудем то, что ты сделал. Я рыцарь. И она благодарит меня за это, за то, что я спас вот этих вот людей. А самолеты-то еще остались. Он говорит, там еще один самолет остался. А, так вот, кто ими управляет. Я-то думаю, что происходит. Я думаю, кто это говорит, блин. Остался лишь только один, говорят. А, нет, он ими не управляет, а просто он схватил вот это. Все, понял, понял, понял. Я-то думаю, что происходит. И он хочет свалить. Shouldn't we do something? I would like to see how this plays out. Also, I am tired. Oh, right, yes, so am I. Just stay still, you stupid! This is really gonna hurt. That's it. Stay perfectly still. Все, кидаем в него, ребят, кекс. Кидаем в него кекс. Все-таки кекс пригодился. Все-таки до конца игры мы в самом начале, ребят, игры взяли с вами кексы. До конца игры проносили его. И он пригодился для того, чтобы уничтожить этого главного врага, просто кинув в него этим кексом. Это просто гениально, это гениально. Ход гения просто, как говорится. Не, игра очень веселая, ребят, очень веселая. Была бы она на русском, вы бы весь юмор, возможно, поняли. Но, в принципе, я старался до вас донести всю информацию. Ну, блин, жесть. Она мне что-то хочет... А, последний ключ. От чего, интересно? Последнее подношение от нее. С ее стороны. Она хочет со мной поговорить о какой-то штуке интересной. Последней. Subjects, your queen commands you. Onward. Make final preparations. Our journey... А, все, сделать последние какие-то подготовительные штуки для чего-то. Я не знаю для чего. Но она мне дала ключ и говорит, что вот юниты, нам осталось сделать. Ну, мои воины, не знаю. Нам осталось... Все, я понял. Мы должны будем их там закрыть, чтобы никто о них не знал. Мне так кажется, ребят. И у меня будет только вот этот ключ. Скорее всего, ребят, мне так кажется. То есть они решили так вот уйти ото всех. То есть их кто-то создал, вот этих вот кукурузок. Но кто так, и до сих пор никто не объяснил, я так понимаю. Возможно, это тот самый Эйнштейн, который лежит, а точнее его кости. Без понятия, ребят, без понятия. Фух, так, ну что, ребят, у нас тут сразу отправили нас в этот дом. Этот дом, в котором мы можем подняться наверх. И у нас есть ключ от чего-то.
от чего-то, который откроет нам что-то и покажет. Все-таки, наверное, на чердаке, да, опять-таки. И покажет, наверное, какой-то секрет. Интересный. Как вы думаете? А, от чемодана, окей. Мы активируем всю эту штуку, вот для чего. А представьте, если я не кукурузный человек, если я не пугало. Представьте, если я могу снять маску, а там будет настоящий человек. Активируем, ребят, все. Это нам сейчас сделает какой-то космический корабль, я уверен. И космический корабль, где вот это вот корпусом является вот этот вот амбар. Да, 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 ребят. Офигеть. Офигеть. Поехали. Это что было, типа авария? Или все-таки они взлетели? Ну должны же взлететь, должен быть хороший конец всей этой истории. Видите, не хватает тяги, а максимально. Все, 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 полетели, полетели, полетели! Да, амбар-то, ребят, был входом. Входом в космический корабль этот. Офигеть. Интересно, они улетят? Они прямо с куском земли улетают. Вот в чем дело. Им нужен этот кусок земли. Это их, так скажем, дом. Они вместе со мной ведь улетают, я так понимаю, да ведь? Скорее всего, да, ребят. Потому что здесь, как вы уже, наверное, поняли, им никто житья не даст. Нет, вот дом, ребят, стоит. Они все-таки забирают весь кусок, кроме дома. Дома им, видимо, никак не нужен. Дом не связан с их, как раз таки, местом обитания. А кукурузное поле они все забирают. Но куда? И зачем? Что они думают делать дальше, пока что для меня непонятно. Я не удивлюсь, если они сокрушение потерпят. Да, 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 ребят. К сожалению, так все происходит. Как бы и с одной стороны хороший конец, и с другой стороны не очень для них. Но мы сделали все, ребят. Мы все сделали, что можно было сделать. И, в принципе, для нас-то этот конец точно хороший. То есть, наша пугало-то осталась в целости и сохранности. Надеюсь, вот эти вот остатки, которые падают, останки от этого корабля, они не упадут на меня. Хотя выглядит сейчас все так, что... О-е! Это попкорн, ребят! Это попкорн! Вот чем все заканчивается! Офигеть! Ну, разработчик явно постарался... Создан какими-то идиотами, было написано. Ну вот, ребята, дело в чем. Графика может быть очень слабая, как бы анимация очень слабая, все очень слабое. Но сюжет просто вытаскивает, юмор вытаскивает, персонажи, все, ну все действительно прикольно очень сделано. Добавлены очень хорошие персонажи, именно загадочность какая-то добавлена. И мне лично понравилась игра. Не знаю, как вам, ребят, возможно, вам не нравится такой жанр, потому что это больше квест, чем какая-то определенная... Какой-то, не знаю. Но это чисто квест, да. Ищите определенные предметы и ставите их на нужные места. Так что я не знаю, ребят. Если вам понравилась эта игра, то я думаю, можно поискать подобного типа игры.
и поиграть вместе с вами, пройти их полностью. А с вами был Лекс, подписываемся на канал, ставим лайки, пишем комментарии. В конце видите вот такая кукурузка просто. Воздушная кукуруза, попкорн, ребят. Блин, ну очень круто все сделано. Действительно, каждая мелочь, она просто, ну, красиво. И надеюсь, то, что мой персонаж остался жив. Я, конечно, сейчас посмотрю до конца титры, и там уже, ребят, выяснится. Нет, ребят, походу, это все. Больше нам главного героя сейчас не покажут. Вот, видите, финальная эмблемка игры. Ну, смотрим, да? Реально, уже прекратите нажимать Q, написано. Окей, окей. Ну все, ребят, да? Посмотрим, конечно. Да. На этом, ребят, заканчиваем. Надеюсь, вам понравилось. Ребят, не забываем делать то, что я просил вас ранее. То есть комментировать, ставить лайки, писать комментарии. А с вами был Лекс. Всем добра.